На что зажмет? Ты же сказал, ты знаешь выход. Да это не был выход. Ты же сказал, знаешь выход. Прощайте. А я живой. Всем привет, дорогие друзья. С вами Дима, Серега, Angry Panda, King on Fire. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Сегодня у нас очень классный режим, называется Детран, карта хоррор. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Так, нас уже здесь ждет девочка, которая хочет нас напугать, давайте проверим. А, это уже была первая ловушка? Да. А я живой остался. А ты смотри. Воу, прикольно, прикольно. Кстати, мы будем втроем идти, а Серега будет нажимать кнопки. И что будет, давай подождем. Воу. А, все-таки замочила. Замочила. Ну что? Это была первая ловушка, которую Сереге удалось. Это ты нажал кнопку или она автоматически сработала? Да, я нажал. Так, пацаны, я уже вижу. Я уже вижу этот прикол. По-любому здесь будет что-то стрёмное. Давайте по краешку пройдем. Ах ты жопа. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Все улетели тупо. Так я же по краешку шел, почему? Эй, странный колодец. Я активировал насос. Так. Насос не активируйся. А как пацанам пройти теперь? Сбоку пусть проходят. Все уже отключилось. Так, ставлю здесь спаун. Следующая ловушка. Вот это она, я уже это понимаю сразу. Че, пацаны, идите. I wanna play the game. Отлично. Воу, смотрите. Это что, связано что-то с пилой? Да. А, так это, наверное, и называется... Детран хоррор по фильму «Пила», правильно? Нет. А, я просто проверял, видишь, тоже выхватил, что нет. А, ты ее же активировал. А, ты ее не активировал. Нет. Ага, нет. Пацаны. Подожди. А что здесь? Получается, здесь ничего? О, я уже это помню с какой-то игры. Хоррор. О, говорит, давай поиграем. Воу, прикол. Отлично, Сережка. Там штыри были, да, внизу, которые нас хотели пронзить? Да. Следующая ловушка. Я не буду спешить. Так, ну. С Богом. Есть. Серега, молодец. Идемте потихоньку. Отлично. Очередная ловушка пройдена. Так, давайте проанализируем, что у нас тут дальше. Опа, штыри вылезли тут. Надо выбрать, с какой. Так, ребята, нас трое. Одна есть. Вот она. А я... Да ладно, почему? Да ну почему? Эй, Серега. Один правильный, другой нет. Правильный. Я активировал только что. А чё спаун не поставишь? А я вот забыл. Да как они же... Ну почему? Да Сережка. Да я уже понял, видишь, проверял, тоже шаришь. Так, да, у нас начинается веселье. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы поднимаем людям настроение каждый день. Опа! Ой, не-не. А с какого это фильма? Что-то знакомое сияние, очень. Сияние. Сияние? Да. Опа, что тут надо сделать? Выбрать какой коридор или что? Да. Ну давайте сюда нажмем. О, топор торчит. А, это там, где чувак-то этот говорит. Джонни, да, я уже не помню. Через Джонни. Опа. Повернись назад. Во! Блин, прикольно. Да ну это не прикольно. Что за ловушка? Так, надо поставить дальше. Вы издеваетесь, что ли? Тоже, да, шарите, как я? Да, идем сюда. Я нашел выход. Вот сюда и поворот сюда. Ох ты, крыс! Так, я поставлю здесь... А что это такое, дверь едет? Так... На что зажмет? Ты же сказал, ты знаешь выход. Да это не был выход. Ты же сказал, знаешь выход. Прощайте. А я живой. И сюда теперь. А теперь точно. Классный хоррор. Эта карта мне очень нравится. Офигенно напилили. Так. О, что это за хэдкраб упал? Давайте поставим здесь спаун. Ага. Меня обманули, это не дверь. Оп. Нет, кто? Ух ты, а что так дернулся? Это я на тебя лампу сбросил. Да ладно, Серега, не надо лампы сбрасывать на меня. Оп. Дверь открывай. Оп.
Да что за вода электрическая? А, типа ты сбросил лампу, из-за этого она стала электрической. Да. Оп! Есть! Ставим спаун. Чё у нас тут? Так, ребята, не спешим, потому что мы сейчас опять сольёмся. Воу, здесь такой прикольный шум ветра. Ага, так, ага. А я не знаю, ты сейчас про... Я наоборот вниз упал. А я сейчас про паркурю, смотрите. А чё? А, возродился. Паркур! Даже сфоткал перед смертью за секунду. Так. Да ну, это что за бред? Так. Так, отлично, нет. Ребята, получилось. Привет. А чё, мы уже все прошли? Нет. Это получается та часть карты, где мы можем просто увидеться, да? А, да. Нам в дверь, пацаны. Удаляю. Какую удалять? Надо ее ломать. Да ну что за... Ломать дверь надо. Ломай дверь монтировкой. Я ломал дверь, пацаны. Я ломал дверь полностью. Так, что нам здесь надо выбрать? Куда я пойти, влево или вправо? Тут одноэтажная комната. Тут надо выбрать, ой, какую ломать. Ты чё кидаешься на меня? Так, 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 давайте внимательно смотреть. Чё у нас тут? Так, Серега, в чем заключается эта ловушка? Ну, иди дальше за пацанами. Иду, иду, я тут посмотрю, как... О! Ого, ляпилы какие! Ляпилы! Пила. Так. Чё у нас тут? Чпонькс, иди! Смотри, давай. Тут кто-то полз, окровавленный. Чё там, скример был? Погнали. О, чё это мы? Откидывает. Ставим спаун. Во-во-во, психичка! А! Не бей, не бей, не бей, не бей! Серега, чё ты веселишься, нас убиваешь? Последняя ловушка осталась. И вам конец. Вам уже, по идее, и так конец. Ой-ой-ой, ты чё своими этими инвалидными колясками кидаешься? А чё меня притягивает? А чё нам тут делать? Выживать. Да не в меня стрелять. А, не в тебя? А, получается, когда закарается красными, они пропадают. Я понял, я помню эту фишку. Так, ребята, будьте внимательны. Я буду тут стоять. Отлично. Тихо. Смотрим, смотрим под ноги внимательно все. Ты шо? Так, чё, мы еще втроем живые? Вчетвером. Ой, да, вчетвером. Ребята, напишите в комментариях, кто из нас выживет в этой мини-игре. Иди в баню. Так. Так. Ну-ка. King of Fire умер. Так тебе и надо. А я живой. И я живой. Ой-ой-ой. Ой. Не-не-не. King of Fire выбыл уже, все. Серега, сейчас ты проиграешь. Да, я проиграл. А чё, да? Все? А, нет. Нет. Ещё не всё. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть, и ты бы умер. Вопрос, а я успею пройти? А я буду между плитками стоять? Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Да ладно. Нет. Мне везет, мне везет. Опа! Между плитками можно стоять, и на одной из них остаешься. Гениально. Вот так вот станем. Че, все? Нет. Я что-то из вас. Ух ты! Мне повезло! Да ладно, все. Да ладно, Серега, ну ладно! Серега, я хочу посмотреть, как ты умрешь. Я не умер. А чё? Ребята, теперь кнопки нажимаю я. Ну что, пацаны, идите. Иду. Я подожду. Давай, 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 давай. Я буду сейчас очень внимательно. Опа. Ах ты ж, жопа. А чё я нажал же? Надо ударять монтировкой. А чё ты раньше не сказал? Да ладно, ладно, пусть первый блин комом, давайте, дай. Хорош, минус. Отлично.
Angry Battle. Еще один, ну что, сливайтесь, сливайтесь. Ого, крики. А там призрак. Ух ты. Смотри. Прям какой-то ужастик. Так, ждем тут пацанов. You wanna play the game? Давай, Сережка, ставь спаун. Отлично, иди, иди, иди. Ах ты жопа, блин. Зачем ты активировал? Панда, она второй раз активировала. А, ну только один раз. А, хорошо, да. Хорошо. Ну все равно я убил хоть одного хлопчика. Так, дальше. Ах ты, блин. Да ладно, вы шатерите. Я прошел. Да ладно, вы быстро очень, я не успеваю, Серега, ты читер. Да, я читер. А, вы уже знаете. Они что, получается, заскриптованы эти ловушки. Хорошо. Хорошо. А зачем ты активировал ее? А я думал, вы будете идти, она вас как-то убьет все равно. Беги! Отлично! Я успел. Ах ты, блин, надо в Гаррис Моде убирать бег на Shift. А тут надо уметь бегать, я просто в эту карту раньше играл. Ну че, пацаны, давайте, прощайте. Хоть одного, но замочил. Все равно не зря активировал, не зря. Давай, иди, иди. Ах ты, блин, говно. Давай здесь. А я нажму, все равно, а ты не запаркуришь тут. Слышь, ах ты жопа. Да ты задрал, ты эту карту... Ребята, он эту карту знает, поэтому он хорошо играет. Я в нее, знаешь, сколько играл? 4 года. На тебе! Слышь, ты в одну карту 4 года играл? Да, в Team Fortress 2. На одну. Давай, сцену. я жду вас. Давай, давай, Димас давай. Димас Кабака не умеет играть в эту карту. Умею. Просто проверяю, умеешь ли ты. Видишь, умеешь. Подождите, давай, давай, давай. Сейчас спаун поставлю. Давай, Сережка, я тебя жду. Сейчас спаун поставлю. А вот тут ты не пробежишь. Тут я тебе не позволю. Так. Панда, беги. Давай, 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 Сережка, я жду тебя. Ну тут я тебя точно подловлю. Отойди, панда, сейчас я разбегусь. Это очень большой кусок, очень большой кусок. Есть, есть, ребята. Прощай, Сережка. 3. Да, отлично. 3, 2, 1 хотел сказать. Давай здесь. Тут я тоже подловлю тебя, не переживай. Я живой. Ты живой? Да ладно. А что дальше мне, куда идти? Да никуда, все, это конец тебе. Мини-гейм. Ну что, давайте еще разок мини-гейм. Надо посередине. А тут рандомно будет или посередине всегда будет? Рандом. Так. Надо стоять между 4 плитками, тогда точно затащишь. Вот так, да. Ты тоже это выхватил, да, штуку? Да я уже давно это знаю. Ребята, напишите теперь в комментах, выиграю я сейчас или нет. Так. Сережка, ну ты должен проиграть в этот раз. Нет. Ну пожалуйста, проиграй. Не. Выиграю на зло тебе. Angry Panda, давай тогда ты проиграй. Не, я уже проиграл. Ну пожалуйста, проиграй. О, нет. Отлично, отлично. Больше нет. Сережка, ну проиграй ты. Не. Кабаку. Так, ну твой, почему под тобой ничего не исчезает? Подо мной еще ничего не исчезает. Ой-ой-ой, уже 2 плитки. Давайте вот так встанем. Серега? Я хочу, чтобы ты проиграл. Очень сильно. Не. Надеюсь, моя мечта сбудется. Не. Че, все, что ли? Панди везет. Прощай. Оно медленнее, да? Чем меньше плиток, тем медленнее немножко исчезает. Да. Понял. Тихо. Так. Angry Panda, тебе все, минус один. Или Сережки. Эй! Эй, я сейчас проиграю, если моя плитка исчезнет.
А как успеть? Ах ты, блин! Дима проиграл. Я проиграл, все. Я смотрю, кто из вас выиграет. Да блин, сегодня не моя эта карта там. Вверх ногами лежит. Ну чё, делаем ставки. Да Серега, ты как-то знаешь какой-то прикол, который мы не знаем. Это рандом, это чисто рандом, Дима. Если вам понравилась эта карта и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.